Работники «Газпром» добычи «Ямбург» стали финалистами серии игр «Этновикторины. Знаю город на 5». Она была приурочена к 45-летию Нового Уренгоя. Мероприятие организовано работниками централизованной библиотечной системы города. По формату похоже на брейн-ринг. Весной прошлого года играли 16 команд школьников, осенью 8 команд студентов, зимой сражались команды предприятий. Из них в финал вышли городообразующие компании Ямбурга и Уренгоя. Интеллектуалы Ямбурга уступили одно очко сборной уренгойских газдобытчиков и заняли второе место в турнирной таблице. Задание интеллектуальной игры проверили знания истории газовой столицы, ее известных жителей, флоры и фауны и климатических особенностей региона. Эти вопросы составлены таким образом, чтобы люди понимали, в каком они живут регионе, важность этого региона для страны, и понимали, что жизнь в городе, она не оторвана от жизни страны в целом.